Днепропетровщина переходит на новый уровень сотрудничества с Европейским Союзом. Отныне на международных встречах активно обсуждаются вопросы экономического сотрудничества, инвестирования европейскими партнерами проектов на Днепропетровщине. Предыдущий год сотрудничества Днепропетровщины с иностранными партнерами в основном заключался в предоставлении гуманитарной помощи для переселенцев, раненых в АТО, семей участников АТО. Сегодня снова активизируется экономическое и инвестиционное сотрудничество. Сейчас Днепропетровская облгосадминистрация уже имеет договоренности о визите делегации немецкой земли Саксония-Анхальт и представителей промышленных предприятий горнорудного сектора по Рурской области этой же страны. Вопросы экономического взаимодействия также заложены в проекты договоров с партнерами-регионами Хорватии и Польши, которые будут подписаны в ближайшее время. Стоит отметить, что с начала года Днепропетровскую область посетила 75 иностранных делегаций, 42 из которых из стран Европейского Союза.